Приветствую всех, кто смотрит это видео. Сейчас 7 утра, и мы находимся в Ватикане на площади Святого Петра. Если вам повезет побывать в Риме в самом конце июня, считайте, вы попали на самый почитаемый праздник в Риме. Апостолы Петр и Павел – святые покровители вечного города. 29 июня в Риме в их честь устраивают масштабные торжества. Месса в соборе Святого Петра, инфьората, а вечером на Пьяцца дель Пополо будет фейерверк. Также этот день считается официальным выходным в Риме. Подготовка к празднику начинается накануне. В соборе Святого Петра бронзовую статую Святого Петра одевают в роскошную одежду Папы Римского. Когда зайдем в собор, я покажу вам. А на улице Примирения, улице Кончелиационе, выкладывают цветочные ковры и узоры, посвященные покровителям Рима. И называется это инфьората. Настоящими произведениями искусства украшают улицу, которая ведет к собору Святого Петра. Ковры из цветов поражают своим разнообразием. В дело идут не только лепестки цветов, бутоны, семена, стебли, но и бобы, шишки, древесная стружка. Применяют все то, на что способна человеческая фантазия, чтобы создать неповторимые произведения искусства. В переводе с итальянского языка слово «инфьората» означает «украшение цветами». История этого фестиваля берет свое начало в 17 веке. В 1625 году Бенедетто Дрей, итальянский архитектор и флорист, глава ботанического сада в Ватикане, и его сын предложили идею к празднованию Дня святых Петра и Павла. Они предложили в то время правящему папе Урбану VIII украсить небольшую территорию перед базиликой святого Петра огромными картинами, которые были выложены из разноцветных цветочных лепестков. Техника была похожа на мозаику. А здесь еще, видимо, не закончили работу. После смерти Бенедетто Дрея новым видом цветочного искусства занялся Бернини, художник и архитектор. Он же является автором знаменитой колоннады на площади Святого Петра. Именно Бернини придумал фестиваль цветов инфьората. А потом многие начали копировать эту идею, и сейчас картины из цветов можно встретить по всему миру. Начиная 28 июня с 16 часов, группы флористов и художников начали украшать улицу. Многие из них работали всю ночь, чтобы успеть завершить свои произведения не позднее 7 часов утра 29 июня. Итог их работ мы видим сегодня. Сегодня тысячи туристов пройдут по этой улице, любуясь этой красотой, у которой очень короткая жизнь. А к ночи все картины уже будут сметены с тротуара. Посмотрев на моем канале многочисленные видео о Риме, вы, дорогие мои друзья, можете определиться с датами вашего отпуска. Все зависит от вас, что вы хотите увидеть. Не упустите возможности полюбоваться еще одним примером того, как много красоты могут создать люди. И вы увидите Рим таким, каким вы его никогда не видели. Наслаждайтесь вечным городом и его прекрасными многовековыми традициями, такими как фестиваль инфьората.
А здесь для украшения использовали фасоль и лепестки цветов. При входе в собор нас встречают апостолы Павел и Петр, у которого в руках ключ. Сегодня праздничная месса будет проходить в соборе Святого Петра. Сюда могут попасть все желающие. Месса должна начаться в 9:30, но прийти сюда надо намного раньше. Сначала пропускают занять сидячие места по приглашениям, а потом приглашают всех-всех желающих. У меня не было приглашения, но мне повезло занять место рядом с главным алтарем. Посидев там некоторое время, я все-таки решила еще погулять по базилике и снять для вас весь процесс приготовления к мессе. Освещение в базилике было сегодня просто волшебное. Можно было рассмотреть все тонкости и оценить, насколько яркая и красивая базилика Святого Петра. Главный алтарь, который стоит над захоронениями апостола Святого Петра. Мессы здесь может проводить только Папа Римский. Ангелов с балдахина Бернини можно поближе рассмотреть в музеях Ватикана. Статуя Святого Петра – та самая, что по преданию исполняет заветные желания. Всего два раза в году ее роскошно одевают в одежды Папы Римского. Итак, Рим отмечает День своих покровителей, святых апостолов Петра и Павла. Праздник посвящен дню, в котором были подвержены пытке святые апостолы. Это случилось в один и тот же день, но в разных местах. Святой Петр был распят здесь, тогда еще на территории цирка Нерона. Потом на месте захоронения Петра была возведена базилика Константина. А то, что мы видим сейчас, это результат XVI века. А святой Павел обезглавлен в районе базилики Сан-Паоло в Форе-Лемура. Именно в этих двух местах проходят две главные праздничные мессы.
были открыты и хорошо освещены даже те капеллы, которые обычно закрыты. Вы посмотрите только, какая красота! Кто попал и попадет в этот день в базилику Святого Петра, поистине насладится всей красотой и святостью этого места. Повторюсь, при таком освещении можно рассмотреть все, даже те уголки, которые раньше были в тени. Ворота Филарета. На воротах Филарета можно рассмотреть казнь Петра. Его распяли на кресте вниз головой. А также можно рассмотреть некоторые здания античного Рима. Эти ворота раньше были главными воротами базилики, которая была построена при Константине Великом. В наши дни ворота Филарета часто закрыты. Их открывают только по праздникам. Мало кто замечает, что напротив ворот Филаретто находится мозаика Джотто Навичелло, созданная в 1310 году итальянским художником и архитектором. Работами Джотто вдохновлялись в свое время Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. А сейчас рядом с мозаикой Джотто вьют гнезда ласточки. Удивительно красивая и яркая мозаика. И это 1310 год. В честь праздника святых апостолов ворота Филарета сегодня открыли, и сейчас через них пройдут служители Ватикана. Thank you.
Ворота закрывают до следующего великого праздника. Новое поколение священников Ватикана. Ребята, смотрите внимательно, скоро здесь будет проходить Папа Римский, Папа Франческо. Ну вот, мы наконец-то дождались того момента, когда увидим Папу Франческо. Thank you.
А вот и папа Франческо. А вот так выглядели пригласительные на эту мессу. Я попросила у сеньоры, которая рядом со мной стояла, чтобы показать вам. Также за праздничной мессой можно было наблюдать из площади. Стулья пустые на площади, потому что все туристы спрятались в тени. Все-таки в Риме плюс 40 градусов. Еще разочек решила пройти по улице Кончеляциони и посмотреть на Инфьорату, ведь такую красоту можно увидеть только раз в году, 29 июня. А я на этом буду прощаться с вами, дорогие друзья. Надеюсь, я смогла передать вам красоту фестиваля цветов и красоту базилики Святого Петра. До новых видео, друзья! А кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Будем гулять по Риму вместе!